Вспомним наших предков, первобытной мечтой, шастали нередко, без дорог порой, человек-владыка. Праздник, который должен защищать трудящихся. Поздравляю всех кингисеппцев с праздником весны и труда. Всем здоровья, благополучия, счастья, любви, хорошего, светлого, чистого неба. Без войны, с постоянным солнцем. Пусть будет солнце. Самый главный мир на земле. Наши дети и внуки жили, чтобы в мире, как мы прожили, как наши деды нам завоевали эту победу, грандиозную, великую победу. Всех кингисеппцев поздравляем с праздником весны и труда. Здоровья, любви, мирного неба над головой. Пусть он вспомнит девочку простую. Кингисеппцы, не оставайтесь в стороне. Сейчас собираются делать полигон, технопарк по обработке смешанных коммунальных отходов. Там, где собираются делать полигон, будет идти 6 ручьев. Все эти ручьи впадают в реку Солка. И ваша вода в Солке, в реке Солке, будет заражена. Присоединяйтесь к поселку Котельскому и не дадим размещения технопарка в данной зоне. Есть другие места для застройки, и их должны рассмотреть непосредственно администрация Кингисеппского района. Мы не против завода. Заводы должны быть, но они не должны размещаться там, где идут непосредственно заражения реки. Планеты, мы
Засияет над Волховом радуга и лучами небесной красы озарит купола старой Ладоги, нашей древней столицы Руси. А вокруг от Онеги до Балтики Лукоморье родная земля, где живет в лихолетие и праздники ленинградская наша семья. Гостеприимная, хлебосольная, красотой новых дел молода. Ленинградская область раздольная, для меня ты на свете одна. Здесь горели костры партизанские, когда шел над Невой страшный бой. Беззаветные судьбы солдатские закрывали отчизну собой. Остерпимная, хлебосольная, красотой новых дел молода. Ленинградская область раздольная, для меня ты на свете одна. Меняются времена, меняются люди, но как приятно, когда старые добрые праздники по-прежнему остаются с нами. По примеру наших отцов и дедов, мы и в это время, в новое время с радостью и удовольствием поздравляем друг друга с этим знаменательным днем. Вот уже на протяжении целого века 1 мая остается во всем мире, а также в нашей стране, праздником, который объединяет обычных людей, который называется тружениками. Правда состоит в том, что на начальном героизм-то героизмом, он, конечно, был, хотя на первичном этапе войны в 41-м. Но, как нас учили в школе, победили мы благодаря тому, что у нас был социалистический строй, была советская власть, социализм победил капитализм. И немцы тоже очень хотели победить в той войне. И их рабочие трудились, не покладая рук. Вот. И немецкий солдат был храбрый и смелый. Потому что коммунисты и комсомольцы в трудных ситуациях делали два шага вперед. Поэтому мы и победили. Победили, потому что у нас был Сталин. Я так думаю, что вот наш, вот этот героический русский народ, была передана эстафета советскому народу. А сейчас... Ну, уже россияне живут, какое-то третье поколение, которое ничего не хочет, которому ничего не надо, которое не пойдет на демонстрации, на баррикады тем более не полезет, которое будет жить по принципу, лишь бы не было войны. Вот, будем жить в нищете, стоя на коленях, но войны не надо. Льется столько грязи, коммунистов чуть ли не с фашистами сравнивают, и современных коммунистов тоже это самое. Вот, поэтому я вынужден написать такие стихи. Итог столетний, буржует сплетни, Ильич немецкий был шпион. Вы осуждали, мы оправдали, жизнь за Россию отдал он. Вы осуждали, мы оправдали, жизнь за Россию отдал он. Но мы-то сами, давно тусами, давно тусами, не верим калькалью ворон. И не будем верить, не верим в нашу победу. Уважаемые представители старшего поколения ветеранских организаций «Наши дети и молодежь», от имени местного отделения партии «Единая Россия» поздравляю вас с этим замечательным светлым праздником, праздником весны и труда. Погода сегодня благоволит нам, значит, мы сегодня будем дружно отмечать и дружно поздравлять друг другу. Сегодня в этот день я хочу пожелать каждому, чтобы каждый из нас, жителей нашей большой великой страны, на своем рабочем месте, на субботнике, в своем дворе, в своей школе, внес частичку себя, частичку своего труда,
своего вклада в том, чтобы наша большая и великая страна стала еще больше, более сильной, еще более богатой. Понятно, что Кингисеппский район должен динамично развиваться. У нас говорят о том, что значит, нужно и срочно детские городки. Да, нам надо срочно делать бассейны, да? Нам срочно нужно спортивные площадки. Но для кого мы это делаем, если мы с самого начала просто-напросто берем, да, и губим наше население? Если сейчас поднять документы, которые прошли в интернете, да, поднять, о том, что сейчас гробы поднимаются в Тиковисе. Мы не обращаем внимания на кладбище. У нас нету самого элементарного, нету морга. Морг есть, но за тот промежуток времени, что в зимние, на новогодних праздниках было большое количество людей умерших, морг не работал, и люди, просто трупы валялись, да, как вот они валялись штабелями. И были, и после того, когда прошли новогодние праздники, люди не успевали забирать своих близких. У нас нет возможности попрощаться с нашими умершими. Да, мы говорим о том, что динамически развивающийся район, но при этом мы забываем, да, самые элементарные вещи. Я вообще представитель Ивангорода, приехала сюда к вам. И могу сказать о том, что у нас закрывается огромное количество отделений. Закрыли, да, сейчас у нас идет закрытие для пожилых людей. О том, что газеты «Восточный берег», да, меня не печатают. Им не разрешено даже писать мою фамилию. Я нахожусь, Большая Советская, дом 33. Администрация выделила нам небольшой кабинет. Прошу вас, те, у кого есть проблемы, приходите. Большая Советская, дом 33, общежитие на первом этаже. Я работаю с понедельника, в ближайшее время в газете. Дать свой номер телефона, что если есть какие-то проблемы, звоните. Я готова выслушать, готова присоединиться и стараться вам помогать. Все, большое спасибо за праздник. Большое спасибо, что вы прошли от такой, скажем, нелегкий путь, да, пожилые люди. Открывая глаза на рассвете, видим чистые мы небеса, и веселый попутный ветер гонит наши вперед паруса. Ты же молод, ты полон силы, ты способен нести за собой. И с тобою твоя Россия, та страна, что гордится тобой. Эй, друг, смелей, не робей, сделай все своими руками. В нашей жизни так много путей, ты все их сможешь пройти. Эй, друг, смелей, не робей, будущее за нами. Миллионы счастливых людей, с ними тебе по пути. Мы с тобою живем на огромной, Богом хранимой земле. Добрых дел порождая волны, заполняй пустоты морей. Вспомни подвиг дедов бессмертных, с честью память о прошлом храни. И возвысится флаг трехцветный, ты держи его, не урони. Эй, друг, смелей, не робей, сделай все своими руками. В нашей жизни так много путей, ты все их сможешь пройти. Эй, друг, смелей, не робей, будущее за нами. Миллионы счастливых людей, с ними тебе по пути.